Всем здрасте! Рад приветствовать на другой жизни. Зимний коп, как он есть. Завалило все снегом. Уже, наверное, неделю назад. На улице стоит ноль, минус один. Такая промозглая погода. На прошлые выходные ездили в Подмосковье с Димкой. Ничего не нашли. Но мы попали в самую, вот помните, была вот этот гололед, вот этот снежный дождь, вот во всю эту чехарду. Видели же, что происходит. Нифига, все равно поперлись. Хрена не нашли, но воздухом подышали. Вот. Сегодня на земле Ярославской задача такая. За нашей спиной начинается накат. Этот накат совпадает и с Менде, и со всеми остальными делами. То есть, в принципе, цель пробить эту дорогу. Сейчас особо где? По дороге. Немного в лес, ну, сами знаете, по сторонам тоже все теряли. Снега, ну, фактически сантиметров 5. Снег мокрый, в принципе, ходильно. Вот, у нас 2 дня, точнее, какие 2 дня? Сейчас 3 часа и завтра примерно столько же. Вот, все смотрите, а мы будем показывать, что интересного найдем. Думаю, что-нибудь найдем. Короче, айда, пошли. Ну что, друзья, вон машинка у нас стоит. Раз, два, третий. Сигнал, по сути. Монетка появилась у нас. Последний, по-моему, формат. Последний чеканчик. А, нет. Кто там? Нет, это 58-й, 60-й. Это... Низкопрофиль, что ли? Низкопрофиль, да. А чуть копейку. Сохран умерший. Ну, естественно, они... Хотя грунт песчаный. Ну, здесь на дороге, в колее. А хрен знает, она в окислах. Ужасно. Запалец, извиняюсь, пока не зажил. Да, сохрана ни хрена не понятно. Пойдет на эксперименты. Первое... А, стоп. Копейка 1800. Как... Александр, это, походу, второй. Вон она, да. Ну посмотрим, на экспериментике пойдет. Очень комфортно. В поле выходишь, ветер. Такой не ветер даже, такой ветерок, скажем. Со снегом, с дождем. С таким промозглым. Не очень комфортно. Вот. А в лес заходишь, вообще кайф. Жить бы прям здесь остался. Вот, 1,5 километра этой дороги. Ну, понятно, что мы ее за 3 часа не пройдем. Надо медленно ходить здесь сейчас и по сторонам смотреть. Может, что-нибудь еще найдем, посмотрим. Ребят, скажите, что, вот не очарование по такому лесу ходить? Да красота вообще. Птицы взлетают. Так, выскочила какая-то пряжечка. Чем язычок черный? Ну, да. Ну, конинка, скорее всего. Ну, конская какая-то, да. Вот такая. Берем. Держи. Лес офигительный. А? Пока еще и тепло. Да. Единственное, конечно, эти намокают. Ой, как его, налипают. На катушку снег. Вот, и постоянно ее отряхиваешь. Там остального нет от лошади? Лошади нет. Лопата есть. Вот так и лазим. Поступил следующий сигнал. И выскочила интересная такая штука. Причем пробочный сигнал был. Смотрите, сейчас покажу. Что ж так темно-то? Ну, как обычно. Это одна сторона. А вот вторая. Видите, узорчики. Короче, это какая-то подвесочка, наверное, была. Тыльничек, да. А здесь что-то вставлялось. Может, фотография, может, что-то еще. А там ничего больше нет? А мы сейчас проверим. На, тебе эту бирюльку. Вот. А мы посмотрим, да, лес шикарен. Шикарен. Смотри, какой. Ель какая. Да, прикольная. Как ну, в смысле, да. С таким носом. Кто о чем? Ты про нос, я про жопу. Ой, я извиняюсь. Ну, у кого чего болит. Да. Вот вам и сугробы. Королева чешуи. Королева чешуи. Она к нам пришла. Даже из-под сугроба. Кочечка. Вот она. Охранчики. Сейчас. Ну,
пляжа. Затертая, конечно. Как всегда, на кулачочек. Оп. Неожиданно. Сейчас прочитаем, попробуем. Сейчас я сфокусируюсь, други. Оп. Князь Иван. А переверни. Ну там конюшка. Конюшка. Судя по всему. Ну да, он в шапочке. В шапочке. Отлично. Сейчас мы ее, ой, специально обученную баночку уберем. Здесь этих дорог шло. Вот к этой дороге сходилось со всех сторон. Мрак. Здесь, кстати, интересно, чем дальше в лес мы углубляемся. В общем-то, там такая же дорога была, ничем не защищена. И снега уже поболее. Хорошо так поболее. Вот. Ну, мы еще пройдем, у нас еще 1:20, наверное, 1:30 есть. Интрига. Что-то там есть. А что-то там звенит. Но черным. Но там же. Но, как я уже неоднократно говорил и рассказывал, глубокая чешуя бьет чисто в чернину. Она не дискриминируется. Давай посмотрим. Удивит ли нас дедушка земляной еще чем-нибудь? Или нет? Обочинка прям накат вот он. Ну, она дорога была и во времена Ивана Грозного. Ну, и Грозного тоже. Да не, мы здесь в этих лесах находили, что только не находили, от до Монголии. Цветной, я ж сказал. А чисто черненький. Давайте. Пишите в комментариях, чешуя, не чешуя. Ставьте на паузу и пишите. Нам самим интересно. Не, ну гипотетически-то. Может же быть такое. Ведь оно даже не сомневался, вон лежит. Сейчас. Где? Вот она наша хорошая. А чья? Егоная же, я думаю. Егоная? Великий русский язык. Грозный бы как дал бы по лбу. Да он бы вообще нас не понял. Егоная, да я шучу. Что лучше одной чешуйки, дорогие друзья? Две чешуйки. Две чешуйки. Вон королева чешуи ставит. Тоже грозный. Ну да. Давай подснимем. Похоже, да. Такая же. Подожди, да закапывать-то. Я сказал, что я закапываю. Ну Иван, да. Такая же. О, катушечка. Ну это ж да, отряхнули. Ладно, если что-то еще будет, включусь. Руки-то мерзнут. Хотя я еще не выключал. Ну и что? Да здесь надо копануть, на самом деле. Всю эту шишку. Сейчас сроем. Посмотрим. Что, друзья? Копаем дальше. Копаем дальше. Что-то звенит. Я снежок сейчас отгребем. Что звенит? Стурно. Непонятно. О! Давай я длинную возьму, что ли. Вот это часть. Тут. Есть? Тут. Нет, в комочек. Видно вам? Мы тут штатив с собой решили потаскать. Все, терялось. Комочек. Комочек.
Интрига всегда, я говорю. Две, но если будет третья чешуя, это уже как бы, ну, в любом случае это не потеряшки. Это какой-то либо маленький кошель, либо... Либо я боюсь предположить, что еще. Кто-то... Уронил, что ли? Кто-то их проглотил. У тебя пинг-пом завелся. Да? Конечно. А вы говорите. Комочки также. Нет? Этих. Зимой интересно, что время сейчас сколько? Время 2 часа ровно. Да где тут? Да блин. Мелкое, не видно. Я говорю, 2 часа. Темно. А уже да, ничего не видно. Вон она. Оп! Ух, крупная какая. Великий Иван. Сейчас покажу. Опа. Сейчас. Видно? Видно. Вот она, малютка. Сейчас еще прозвоним. А, еще есть. И там, по-моему. И там есть. Значит, это кошель. Да, это кошель, ребят, походу. Иван? Иван, Иван. Иван. Такой же. Вот она, родимая. Видно? Что ж это? Тут сигналит. Копаем глубже. Сигналит, ребят. И здесь, и там. Как бы кладух не оказался. Будет вообще прикольно. Оно. Оно. Я бы даже не сомневался. Ах! Заслужили, да? Ну, они разные бывают. Да, этот затертый. Забираем. Есть. И еще одна. Это какая-то обгрызанная. Ну, не все же эти доставать полноразмерные. Или мы ее перерубили. Нет. Они очень часто ломаются, они все-таки окисляются. Как бы то ни было. Вот там. Насыпал. Там нету, с лопаты нету. Нет, в яме. В яме. Вот она. Держи. Есть. Есть. Ну это кошель точно, а может даже кладуха. Иван, все грозно, ребят. Иван, Иван. Чья? Это тоже не Иван. А кто? Читай сам.
Московская. Ребят, это я не знаю, что за чешуя. Потом будем фоточки, ну, сфоткаем, прикрепим. Я даже не знаю, что это. Вот это какая-то странная. И еще. Что, мы здесь зависли. Зависли. Дальше не пойдем. Какие леса? Дальше, говорю, не пойдем. Дальше не пойдем. У нас просто не хватит на это время. Я боюсь, что сейчас стемнеет, и нам придется сюда возвращаться завтра. Тоже великий Иван. Великий Иван. Иван. Иван маленький, да? Да. Либо Глинская, либо... Либо Глинская, либо... То есть до вступления... До того, как царь Иван стал... Царем. Он был с сабелькой. Ой, какая красивая. Ребят, вот вам онлайнчики. Вот вам леса. Дорога использовалась и в советское время. И вот мы сейчас шли. И мусор. И мусор на ней. И что на ней только нет. А ты вспомни, когда первый кошель подняли. Вообще лунный ландшафт был. Иван. Кончилось, что ли? Да хрена. Следующий. Да. Ух ты, какая. Ух ты, какая я большая. Понимаете, в чем дело? Здесь Грозный. Здесь может быть и что-то пораньше. Нифига себе. Смотрите, сейчас покажу. Такого размера-то. Видно? Как бы вам показать-то я сейчас. Во! Еще чуть-чуть, и как советская копейка. И что это такое, я тоже не знаю. АЛ. Буквы АЛ. Сигнали? Не знаю, там не вижу. У меня втыкается в стенки и фонит. Я думаю, должно. Как проверить? Подожди, мы еще отсюда все не выгребем. Вот как все это бывает. Зимний коп, как он есть. И уже не первый раз такой прикол. Как бы не третий, да? Подожди. Третий кошель. Это третий кошель, вот, да. Если это кошель. Тихо-тихо в лесу, как обалденно. Маленькая. Пальцы не держит. Колечные. Итак, друзья, все-таки это был кошель. Все, уже и звонили. Ну, мы, конечно, сейчас здесь еще будем ходить, смотреть. Но в самой яме уже больше ничего нет. В таком случае углубились уже хорошо, все закончилось. Итого показываем. Господи, что так это-то? Вот так вот сейчас приближу. Вот как-то так. Зимний коп. Сколько штук? 16, 20, наверное. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Очко. 21. Очко. У нас прошлый, по-моему, тоже был 20. 22. 22, да? Прикол. Первый кошель был 22 кошель. А, это который грозненский тоже? Да. Не потерял ничего? Нет. Ладно, крутимся. Сейчас уже темнеет, уже будем уходить понемножку. А так не хочется. Вот такое чудесное место.
друзья, неминуемо темнеет, к сожалению. Двинулись в сторону машины. Мы когда сюда шли, били в основном правую сторону. Сейчас эту сторону, в обратную сторону. Эту сторону, в обратную сторону. Короче, сигнальчик. Такой. А? Скажем, интересно. Блин, и грунт такой прикольный. Он вроде как у песок. Может быть, что это банка. Может, очень явный сигнал. Очень большой, не маленький. Ну хрен его знает. Тут такие вещи попадаются. Да, нет, что выкопала? Сверху. А что сверху? Да, Александр тоже сверху был. Монета, вот, прям сюда. Какая-то убитая монета. А что с ней? Я не знаю, во-первых, похоже, это Петровская. Господи, да что тут за место такое любопытное? Грозные Петры. А может и нет. Может, ни хрена нет. В общем, это... Заезженная. Заезженная. Верховая. Да, я на камеру, может, разгляжу. Ну, не знаю. Разглядишь, нет. Она в окислах. А я такое ощущение, что она горела. Очень похоже. Сейчас я же тебе говорю, когда мы яму копали, я где-то вот на таком расстоянии слой горелый. Не, ребят, тут... Я боюсь, что тут даже невозможно прочитать, что это. Если только что-то под вот этими окислами, по-моему, будет. Не знаю. Вот такая находка интересная. Двигаем к машине. Темнеет. Пожалуйста. И, друзья, тут да, тут что-то на дороге перекоцано и все. Следующий сигнальчик. Да здесь, видно, отсыпали яму, что ли, засыпали на дороге. Знает. 46-й год, да. Прибитая монетка. Так, друзья, вышли из леса, на улице уже сумерки, камера осветляет. Мы сами сегодня не ожидали такого выхода. Совершенно экспериментальный был вариант, разведывательный. В принципе, зачастую так и бывает. Мы ходим, я говорю, кто-то задавал вопрос на канале, типа, а вы сезон закрыли, у людей там снег. Ну и понятно, что везде у нас страна большая. Не, мы стараемся копать. Отвечаю на вопрос, пока земля не встанет. А бывает такое время, по-моему, позатом году было, я не помню, или в 17-м году, когда она не встала совсем. То есть мы ковырялись. Так в этом году всю... не встала. А, в 19-м или в 20-м, да, по-моему, тоже. Мы... А, да, мы же всю зиму рылись, конечно. Мы же 23 февраля копали. Практически не заканчивали. И в январе копали, в декабре. Копали. Вот как-то вот так у нас все это происходит. А почему бы и нет? Я люблю зимний лес, Люб тоже. Главное, что никто не летает и никто не кусает. Это точно, это кайф, да. Мракобесия нет летучего. Ладно, отчетик. Не часто мы его снимаем, но сегодня можно. Оп. Переобувочка. Вот. Что мы сегодня, собственно, накопали. 21 чешуйка, кошель. 4 монеты, 2 из них имперские, 2 советские. Ну и какая-то подвесочка. Вот. Потом разберемся, если что-то интересное будет в чешуе. Да если что-то интересное будет, я думаю, что прям совсем такое, то я думаю, что мы прикрепим. То есть, что тут, скорее всего, что вы уже видели. Господи, язык заплетается. Находились. Вот. В основном вся грозненская. Вот эти две крупные чешуи. Вот это. Сейчас приближу. Вот это.
И, по-моему, вот это. Вот что-то они, не знаю я, чьи они. Сейчас. Выясним. Каталогу посмотрим. Тоже кей вроде какой-то. Да, но это надо посмотреть. А вот это вообще я не знаю, что такое. Все остальное грозный. А, и где-то птичка была. Вот это вот. Вот она. Это абсолютно точно птичка. Господи. На капоте, на мокром. Ладно. Не буду уже я ее мучить. Ладно, ребят. Спасибо, что погуляли по такому чудесному зимнему лесу с нами. Приглашаю вас и в следующем видео на такие же прогулки. Вот. Ох ты, ливанул. Да это с березы. Да я говорю, ливанул. Короче, спасибо, что смотрите. Ставьте пальцы. Всем здоровья. И пока.